блинчики, сейчас небольшой обзор цены. Килограммовая банка черные оливки размером 119. Перец капи в магазине уже 69,75 цена. Да. Лук 9,75. Помидоры 33,75. 47,50 на ветчик. Яблоки 39,29. Груша 37. Вот это обалденно. И вот такие вот дешевые по 14 лир. Сейчас возьму этот пакетик. Банан 44,75, огурцы 33,75, картошка 19,75. Батоны по 9 лир сейчас обычно. Йогурт, большое-большое ведро по акции 92,50, там 3 кило, есть еще больше, есть 159, там не вижу, вообще большущее ведро, такой 72, маленький полукилограммовый, обычно 19,75, сюзьме йогурт, там 900 граммовая, наверное, не литровая, 75. Вот эти штуки я перестал есть, потому что там калорийность, мама моя родная. И жир, и калорийность. Очень вкусно, очень тяжело без них. Но чувствую, что я килограмма на 2 за неделю похудел, только перестал их есть. Сыр вот такой вот тостовый. Полкило, да, 122. И 250 грамм, 69. Сыр в рассоле. Бояс пионер, там яблоко, это жирный. 149, это за кило. 760 грамм, бояс пионер, куту, не знаю, 116. Айранчик большой, 2 литра, 48,50. И на Айран цена поднимается уже довольно-таки. Молоко, которое вкусное, вот, в бутылках этих, пластиковых, 31,50. Литровое сыр вот такой вот, 69,50, 250 веса и... 500-граммовый 108. Лабне 47,50. Тазе 34. Тазе сейчас честно дешевле. Вот этот вот полосочками и шариками 67,50 в рассоле. Яйца. О, как раз мне яйца чуть-чуть подешевели. Они были 100, по-моему, даже 110. 30 штук. Сейчас вот 89. А, ну да, это по акции. Как раз лоточек сейчас возьму. Дальше молоко 25,50, литровый пакет 26. Масло сливочное, сейчас вам покажу. Маргарин я даже не называю, вам не советую есть маргарин. Морковка здесь стала, я понял, я там не нахожу. Здесь у них очень вкусная морковка всегда будет. Вместо холодильника, я понял. Маргарин упал, обиделся, что я его не ем, и вам не советую. Так, сливочное масло у нас, друзья, по... Где оно? Вот оно, 75 лир, пачечка 200 граммов или 250, сколько там здесь. И полкило 187,50. Суджуки, вы видите, средняя цена 400 граммовой пачки 179. Тут сложно сказать средняя, потому что есть 179, есть 269. Цены разные. Вот такие вот довольно неплохие. Кстати, куриные у них неплохие суджуки. Куриный суджук очень редко бывает вкусный. 59,50 у них куриный суджук, он реально вкусный, друзья. Без красителя, видите, как он плохо выглядит. То есть меньше химии будет. Возьму, кстати, с вишницей его буду. И масло есть от кило 247. Вот такая вот упаковочка. Пилич Донер готовый. Донерчик там 200 грамм, 52 лиры. А мясной... Где мясной? А, тоже куриные 89. А, что еще вам показать? Ну, такие вот суджуки, вы видите, 89,99. Это говяжий. Батон суджук 139. Вот такой вот 42 куриный дешевый. Салат айсберг 27,75 штук. Авокадо 34,75. Что-то странно так дорого. Лимоны 16,75.
Ну, колбаски вот эти вкусные, которые нарезочки 21, 19, 15, 14. Сосиски 27,50. Вот эти более-менее вкусные 22,50. Раньше я их часто вот тебе покупал. Грибы, шампиньончики 33,75 за 400 грамм вес. Сейчас курицу посмотрим. Так, тут у нас фарш говяжий. Котлетки 400 граммовые стоят 155 лир, средняя цена. И фарш 139. Сейчас по акции 400 грамм 139 фарша. Фарш хорошего такой, заводской. Куриные запчасти 105, 135, 120. Сейчас целая курица, скажу, почем. Ножки 99. Филе 155 и филе 169. Курица, не помню, сказал или нет, начало марта у нас сегодня. Курица целая 74,90. Что еще тут? Огромные оливки есть вот еще. А, не килограммовые. 139, 155 и 215. Такие цены. Маленькие баночки, вот эти вкусные зеленые. 40. Ого, 49 уже обычная эта баночка. Ничего я не путаю. Ну да, 49 написано. Оливки поднялась очень цена за последние полгода. Что особенно на вот те маленькие, сильно поднялась цена. Эти баночки 79 средняя. Огурцы 22 лиры, дешево. Перчик 17,50, 15,50, халапеньо вот этот обожаю, вкусный. Кукуруза 29,75, 340 вес, 29,75 баночка. Мука 2 кило 34, 5 кило 79,50, это мука. Масло я еще, по-моему, не назвал, сейчас будем уже заканчивать, пока меня не попросили. Они меня знают здесь. Оливковое масло 249, друзья, за литр. 285 и 259, 2 литра 445, соль 700 грамм 6,25, сахар килограмм 29,75, 2 кило 58,50 сахара, 5 кило 139,75, масло подсолнечное, не вижу, маленькое. 48,50 литровое масло и 87,50 двухлитровое подсолнечное, 5 литров 195. 168, вот 5 литров по акции. Что еще я не показал такое, что важное? Ну, такой обзорчик небольшой, просто на начало марта, чтобы вы примерно ориентировались по ценам сыры. Давайте вот посмотрим. 129, 174, 199, 219, это кило здесь, да, кило 219. В рассолах эти, сузьмэ пайнир 68,50, это полкило. 67 меньше жирности. Каймак вот такая баночка 57,50. Суджуки, друзья, если вы ни разу не попали на вкусные суджуки, вы просто не то покупали. Вот придите, не экономьте, вот возьмите, допустим, за 269 вот эти вот суджуки, и вы наконец поймете, что они бывают вкусные, даже очень вкусные, намного вкуснее даже нашей колбасы. И нет меньше химии, чем нашей колбасе, которая вам вкусная кажется из-за химии, это прежде всего. У нас сейчас кефир стоит, не посмотрел, уже кефир давно не пил. Кефир у нас стоит сейчас 35,47, и фруктовый, ну как йогурт наш питьевой, сладкий 47,50, пудинг это 32,50, полкило цена сейчас. По-моему, это финики, те, о которых я на днях вам рассказывал, 84,50, они, по-моему, те, которые в холодильнике хранятся, да, это свеженькие, как бы, такие. Не очень вкусные по сравнению с сушеными. Сушеные вы потом просто есть не сможете. Вот такая прелесть сейчас появилась в магазине. Они очень вкусные. Очень от сушеных отличается. Вес здесь 500 грамм. Цена 84,50. Кстати, буду иметь в виду. Сейчас я их не куплю. Что еще вам показать? Все, такой вот маленький обзорчик чековты. Оливье бесколбасный 19 лир, соус это 27, чековты большой, он 42,50 килограммовый, маленький 23,50, такой вот дерум чековты 15 лир, сыр 27,50. Все, друзья, пойду за покупками, не забывайте про лайки, Алания, начало марта.